Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Ну что, настало время поработать с вашими комментариями. После освобождения Виктор Бут практически... Итак, ваши комментарии. Ну что, начинаем. Костик, 2 часа назад. Сергей Матвиенко, здравствуйте, многоуважаемый Петрович. Это Сергей Матвиенко от Костика. Захожу из телефона. С утра пережрал 1300 грамм. Все-таки в граммах. Серджио, молодец. Не изменяет себе. Молодец. Морковка по-корейски. Стимулирует аппетит. А амарантовые хлебцы не содержат, насколько я понимаю, глютена. Вот глютена не содержат, значит, они очень полезны. Так, домашнее желе, ну, мед. Ну, то вся вкуснятинка. То есть все то, что стимулирует аппетит, что стимулирует человека, знаете, вот есть. Так. Теперь ушел в гараж, жду, когда проголодаюсь. Сегодня ходил 6 километров и 360 ступеней вверх. Ну что, ходьба нормально. Здесь вы молодец, Серджо. Болит колено. Да что ж такое-то колено, ёханый баба. Чего она тут заболела? Скажи ему, не болеть, мать его так. При хождении по лестнице не болит. О, при ходьбе болит меньше. Очень интересное наблюдение. По лестнице не болит, когда нагрузка побольше. Это не болит. Итак, а что ж я ответил Серджу? Серджу, я уже тебе говорил, не используй стимуляторов укуса. Они ведут к жору, а жор к твоей безвременной кончине с болями, муками и разочарованием в жизни. Так ли я прав или нет? Далее продолжаем. А Васька слушает да ест, а Серджи слушает да наминает. Так, подобные письма от обжорстве можешь не писать сюда. Напоминая нам, как ты идешь ко дну. Так. Значит, Костик тоже, он же Серж Матвиенко, пишет. Я вас понял. 2 часа назад. Потом, значит, через час он что-то подумал. И пишет дальше. А Васька слушает, да ест. Остановился, взялся за голову. Вот так взялся за голову, да? Да поздно уже. Ну, никогда не поздно. Ну, срывы бывают, Серджио. Ну, мы живые люди. Срывы у всех бывают. И работа над собой – это самое сложное. Учить кого-то гораздо легче. А вот учить самого себя, менять самого себя – это намного труднее. Потому что ты себе можешь обмануть, уговорить или еще что-то там сделать. Самое сложное. На это требуется время. Что же теперь делать? А я уже сказал, что теперь делать. До этого же я говорил. Не использовать стимуляторы вкуса. Может даже так быть. Питание простое, вы поели и нормально. Может быть, грубо говоря, сделать его вкусным, как я в целебной кулинарии, чтобы оно было вам полезное, но количество, ограничьте количество, чтобы это. Желудок тоже растянут, так он как растягивается, так он и стягивается. Но если его постоянно пережать, естественно, он растянется, да? Сейчас, съел 420 граммов морковного пирога, это то есть после... кило 300 чего-то там, морковки по-корейски и так далее, амаранта и так далее там,
всякой мешанины, знаете, для того, чтобы это сам. Вот загружаю, вот тут я получаю вкусовые ощущения, а тут я, значит, уже все, я их не могу усвоить, потому что, ну, не может желудок это все усвоить из-за того, что он ограничен в своих возможностях вообще-то. Так. Так, морковного пирога доел свои хлебцы с медом еще 200 граммов. Ага. Это были мои последние желания. Последние желания. На сегодняшний день, на сегодняшний час, на какой это были последние желания? Ага, все, что хотел, попробовал. Ой, попробовал. А знаете, Серджо, есть такие люди, как бы сказать, сексуальные наркоманы. Вот они желают и то, и все, и пятое, и десятое. И вы можете даже среди актеров, там много об этом говорится, найти примеры. Что и вот это попробовал, и вот это попробовал, и то попробовал, и та-та-та-та-та-та-та-та. Ну, так примерно, да? Так, умирать так с удовольствием. Ага, умирать. Надо же. Смотрите, вот какой выворот сознания. Вот, грубо говоря, как можно сказать в мультике, объемся и умру молодым. Но это говорит о чем? Это говорит о уровне развития сознания данного человека. Для него вот уровень наслаждения от пищи, это, можно сказать, вышаг. Далее то, что есть там что-то, какие-то больше там уровни наслаждения, или еще что-то. В конце концов, как бы сказать, есть, а он об этом говорит, долг перед своей семьей, как бы, перед ребенком, которому все-таки надо его вырастить, дать там воспитание какое-то и так далее. То есть что-то такое должно быть. Ну, ладно. Так, мучиться не буду, веревка заготовлена. Ага. Но что можно сказать по этому поводу? Слова из песни. Отряд поскакал, не заметив потерю бойца. Да был ли он, не был ли он. Кому это надо? Вот кому это надо? Ну да, семья там, конечно, как бы сказать, вот. То есть на семью как-то ляжет такое пятно, когда человек все-таки уходит, наложив на себя руки, то это сказывается. И более того, это как бы сказать, пролаживает дорожку, чтобы последующее поколение последовали по вот этой вот тропе, которую протоптал предок. Об этом надо вообще так немножко подумать. Ну и, грубо говоря, и кого это вот вообще, ну вот надумали уходить из жизни. И кого, как бы сказать, это, ну, как бы сказать, обрадует или там огорчит. Да никого. Вы просто-напросто добровольно уступите свое место там в жизни другим людям, там, которые там что-то там, грубо говоря, то вы две палки колбасы съедали, а то теперь еще не съедите, и им хватит этой колбасы и так далее, и тому подобного. Ну кому вы? Что вы этим докажете? Что вы докажете? Вам дана жизнь как величайший дар, а вы его разменяли на значит, вот эти вот удовольствия от пищи, от вкуса. То есть на больше, ну не способны вы. Выходит. Ну не способны вы. А раз вы не способны, как говорится, знаете, извините меня за выражение, и нахрен вы тогда нужны? Тем более, если вы собрались вот так вот сделать. Ничего удивительного нет. А вот другое дело, вытащить себя, как Мюнхгаузен барон,
и показать, что вы чего-то достойны самому себе, не кому-то, ни Васе, ни Коле, ни Пете, ни Тане и так далее, а самому себе, что вы чего-то достойны. Кстати, Серджио, вы не одинок насчет вот этого там. У меня тоже подобные мысли были, когда мне геморрой, так сказать, жёг, так сказать, знаете, в одном месте, и день, и ночь, и день. Были такие панические мысли, были, да, вы не одиноки. Но это же все можно преодолеть. И по крайней мере, но если вы там, грубо говоря, ну, не справляетесь со своими вкусовыми ощущениями, да ладно уж, переедайте и живите, как там будете там жить и так далее. Но без вот этих вот мыслей, что я тут вот такой секой, ах, это чрезмерно выраженный эгоизм, вот у меня не получается. Значит, я вот так вот. То есть, вот как раз это эгоистическое начало, чрезмерно выражено, оно толкает человека на подобные поступки. Проще живите, проще. Так, не хватает духа на переход к новой жизни. Да не надо там, духа не хватает. Духа. Знаете, вот... здесь не духа не хватает, а вот если бы у вас... денег бы было поменьше, из-за чего вы питались бы попроще, глядишь бы у вас там, и дух откуда-нибудь там появился. А это все из-за того, это и из-за того, ну, Серджио, это так маленький уровень, а вот если мы возьмем там, знаете, американских этих див, американских певцов, там, которые там вот свалились на них огромные там деньги, чем они занимаются? Да тем же самым. Наркотики, хрякотики, то все пятое, десятое, и у них, они не знают, куда свою жизнь деть. Вроде бы вот подзаработали, а дальше что делать? А дальше иди к Богу, связь. Вот мне 70 лет практически. А я, можно так сказать, только жить начал. Открываются совсем иные перспективы. Я полон радости, энергии. Мне стало жить очень, очень радостно. Так что, Серджио, вы не один, который хочет вот это самое, подружиться с веревкой. Ага, к новой жизни. Так, назад хочу к старой кайфовой. Ну, вот как-то кайфовой от еды, да, кайфовать-то, от того, от еды и так далее. Ну и, знаете, что бы я сказал Серджио? Ввиду обилия глистов, которые там вышли, выходят и еще остались, вы будете кайфовать вот в этом содружестве. И если вот вы как осознаете, знаете, вот разумно человек осознает, вот как бы сказать мы, вот зачем я там буду лишние деньги отдавать там кому-то, еще кому-то, да? А тут получается, что вы, кормя паразитов, раскармливая их до огромных размеров, вот, вы будете кайфовать вместе с ними. То есть, все-таки сознанием надо понимать, один ли вы кайфуете? И вот это вот, что такое жизнь? Это что, это кайф, вот заработал деньги там, и вот есть люди там пропили, есть люди там наркоманили, есть люди там, грубо говоря, там в карты режутся, там казано, мазено и так далее. Ну, есть люди, конечно, вот, как бы сказать, там можно и в зависимости от интересов обойтись едой. Вот. И кого вы кормите? Себя? Или вас используют как своеобразный механизм для того, чтобы через вас питаться, вот эта змейка приползет к вам опять, она там, это самое. Вот, куча вот этих глистов и так далее.
для кого вы живете? Для себя вы кайфуете? Или для того, кто вас заставляет, и вы своим сознанием никак не можете это осознать? Пойду в гараж. Ну, давай. Дружок вечером придет, будет электромотор подключать. Надо все подготовить. Электромотор. Знаете, интересно, что есть электромотор, да? Неудобно перед ним получится. Ну, хорошо, иди. Поехать за станок токарный, поговорить, может, купить получится, если денег хватит. Серж, а нахер какой, как бы сказать, хрен моржовый тебе этот станок нужен? Чего ты там будешь на нем делать? Точить? Что? Зачем тебе вот этот станок нужен? Что ты будешь с ним делать? Вот знаете, если взять мой собственный пример, я, грубо говоря, и с камерами там разбирался, и с пультами разбирался, там, с разными там флешками разбирался. Ну совсем тут, что-то тут у меня есть, музыка, хрюзыка, та-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 та. Интересная вещь, интересно, несомненно. Но, оказывается, самая лучшая машина – это ты сам. И вот с ней разобраться. Разобраться не только, как бы сказать, в ее железе, то есть в материальном теле, но и в тонком теле. А разобраться дальше, какие возможности могут и что может дать. Я пробовал, что физическое тело, допустим, мне может дать возможность, что я поднимал 200 килограмм. Лукавлю. 197,5. 202,5 брал на грудь. Тоже, смотрите, Сержу не хватило, как бы сказать, не то, что решимости, а вот даже трудно высказаться, чего не хватило, чтобы эти 200 килограмм толкнуть. Ну, был же готов, но не толкнул. Знаете, то есть это меня мысли тоже там гложет изнутри. Был готов, а не сделал. Ну, ничего важного. То есть я физическое тело вот так вот, грубо говоря, подготовил, да? Ну, можно сказать, для самого себя предел. Больше я там не стал этим делом заниматься. А вот что касается развития мощи энергетической. Вот тут я уже дошел до тонны 20. И хочу дальше, И это дает еще какие-то мне возможности, о которых я даже не подозреваю. То есть вы как волшебник можете получить такое, этакое. И я уже такое, что, знаете, наметил для себя. И в плане зарабатывания денег, и в плане еще дополнительной самореализации, и в плане, знаете, вот жизни в кайф. Мне лично нравится творчество. То есть, вот это, когда я творю вот этот вот поток, то есть творец создает все в радости. И когда вы подключаетесь к творческим энергиям, за счет того, что ваша энергия становится больше, вы тоже начинаете кайфовать. Да, вы кайфуете. Это совершенно иные кайфы. А больший кайф из-за того, что вы осознаете себя живущим. Живущим, понимаете, это самый большой кайф, который вам дала матушка природа, батюшка космос и, грубо говоря, творец, который вас сотворил и вложил в вас вашу частицу. И за то, как вы используете эту вложенную в вас частицу, с вас спросят, Сержо, поэтому ты это... Грубо говоря, не взбрыкивай. Вот видишь, вот эта книжечка такая вот. Показали одному святому, что и как будет. Будет она, не будет. Ну, по крайней мере, вот это такая информация есть. Хозяин станков уже пожилой, да еще и рак уха имеет. Молодец хозяин станков, он сообразил, что то, что выбросили, вот знаете, грубо говоря, раньше разорилась
Ну, возможно, он там был каким-то механиком или там директором на предприятии, где стояли эти токарные станки. И оно разорилось, и просто-напросто это все можно было использовать, и как использовали, отдать на металлолом. А он прикинул, нет, настанет время, когда это будет возможно продать. То есть ушлый хозяин. Ну, рак уха, то есть грибок грызет его за ухо. Это рак уха. Ну, тут, грубо говоря, можно, конечно, с этим делом побороться, если знать как, если знать, что это такое собой представляет рак, можно немножко побороться, если есть желание. Так, может удастся договориться подешевле? Может удастся. В зависимости от того, как вы с ним поговорите. Скажете, я хочу кормить свою семью, то-то, то-то делать. Вот так, 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 так. Глядишь, человек как-то и войдет в ваше состояние. А лучше, а я же Серджио говорил тебе. А лучше рассказать сначала самому Творцу, что мне нужен станок для того, чтобы я что-то такое делал. Рассказать внятно, понятно и обоснованно. И глядишь, этот станок сам тебе придет за минимум денежек. Серджио, ну мы же с тобой общаемся на короткой ноге. Ну что ты, просто ты вот сюда пиши, а на почту уже не надо там пересказывать свои эти самые пироги и граммы, сколько ты там переел и что ты там чувствуешь. Я уже давно это все знаю, давно тебе дал эти все эти самые советы. Ну, говорю, Васька слушает и ест, да. Так, поговорим о болезнях и безысходности жизни. Вы знаете, я вот за свои, опять-таки, практически 70 лет в конце концов понял, что болезни, которые мы сами наживаем, есть результат вот нашей вот такой вот жизни самотека. Ну, хоть немножечко измени свою жизнь, ее измени для того, чтобы хотя бы этих болезней было поменьше. Ну, вот простой пример для тебя, Серджи. Вот посмотри на меня внимательно, Вот смотри внимательно и унимай меня. Вот хотя бы то, что ты ешь, съедай в два раза меньше. Ты получишь и удовольствие, и нанесешь, по крайней мере, не такой большой вред себе. Ну, не можешь, если ты пока, слаб пока, бывает. Не все, как бы сказать, сразу становятся сильным. Я же тоже мастером спорта стал не сразу, так, а раз эти, грубо говоря, 200 килограмм поднял. Я сначала поднимал там 50 килограмм. Ну и так далее. Так. Что касается болезней, то есть их можно, их ликвидировать, они наживаются образом жизни. Образом жизни они такая, опа, и устраняются. Именно образом жизни. Как наживается? Так и устраняется форштейн. И болезнь есть не что иное, как можно сказать, божественный механизм, который вам подсказывает, что, допустим, Геннадий Петрович, слушай, а ты почему-то живешь неправильно. А Геннадий Петрович говорит, а что это тут вы взяли, что я живу неправильно, видите ли, и неправильно я живу. Да я живу хорошо, я тут вот пью пепси-колу, ем пирожные, хочу шашлык съем и так далее. А вот для того, чтобы Геннадий Петрович все это понял, только раз у него и боль. От того, что изжога возникла, от того, что поджелудковая сдала, от того, что там суставы захрустили, от того, что там камни там в желчном пузырили, у мочевом возникли. А? Не думает человек, когда ему хорошо, я буду кайфовать. А вот когда ему больно, и он не может кайфовать, тогда он задумывается, а что ж, а как? Пойти ли ко мне ко врачу
И он там это самое. Но с врачами я не хочу, так сказать, дальше развивать тему. Не хочу развивать. Но Серджио, да, Серджио, у тебя же есть уже опыт. Ты же прошел через этих врачей, грубо говоря, с самого рождения, вот, так сказать, до последнего. И чё? А да ничего. Про болезни поговорили. Безысходная жизнь. Ну нету безысходности. Ну как это безысходная жизнь? Жизнь в зависимости от вашего осознания, от вашего интеллектуального развития дает вам столько возможностей. Ну, опять-таки, возьмем меня любимого. Вот я мог только лопатой копать. Значит, я был, грубо говоря, землекопом там. Ямку вырыл и так далее. Ага, вроде как сила есть. Был грузчиком. О, ящики там потягал туда-сюда. Да? Немножечко ума там прибавилось, грубо говоря. Я начал писать книги. Это совсем другой уровень, и это совсем другие деньги. Далее. Попал на телевидение не то, что вот я туда пришел и говорю, там, допустим, руководству Первого канала, возьмите меня, я такой хороший, я тут буду. Меня взяли с улицы по приглашению, пригласили за то, что написал книги. И якобы они думали, что я, значит, умный парень. Или уже мужчина, та-та-та-та-та-та-та, и дай-ка мы его попробуем, как он будет программу вести. То есть человека взяли с улицы, не готовили ни как диктора, ни каких там телевидений, ни, ну вот ничего, понимаете, вот что людей готовят на телевидении редактором, там, шеф-редактором, диктором, там, чтецом и прочее. Это было очень трудно. Я помню хорошо. 2006-2007 годы, когда я стою, ну, где-то, скорее всего, конец 2006 года, когда я стою, и мне надо читать по суфлеру. А я это никогда не делал по суфлеру. Я заикаюсь. Я что-то пропускаю окончание, я еще что-то делаю, мне говорят, повторяй. Под софитами, вот сюда бьют вот эти вот софиты, мне у пузыри мои. А по спине я чувствую, в студии жар поднимается от этих всех софитов и так далее. И у меня по спине течет пот, и у попу пум-пум-пум капли. Я за одну день съемок терял где-то килограмма 2-3, вроде ничего не делая. А приезжал, когда я домой я приезжал после съемок, знаете, что я делал? Я тупо лежал до следующих съемок, там, допустим, 10 дней или там 2 недели, просто лежал, потому что не было сил. Ну, зато мани, потихонечку, ага, первые полгода вот тебе столько платим, вторые полгода тебе платим 2 раза больше, третьи полгода еще побольше, четвертый еще побольше. Безысходность. В зависимости от вашего развития у вас расширяется горизонт во всем. Получении доходов, в самореализации и прочее. Нету безысходности. Это вы на себе навязываете безысходность. А на эти темы я рассуждаю свободно. Ха-ха-ха. Вот это как раз Серджио написал, а я повторил. А вот на эти темы, Серджио, вот я рассуждаю свободно. И не просто я рассуждаю, а я на практике показываю. Вот я, вот оно все, что это вокруг меня. Дальше, что я ответил уже на его возражение. И, как говорится, что мне рассказать про Сахалин? На острове нормальная погода, Серджио.
Вот знаете, люди есть, общаются, вот мы на канале, вы на канале общаетесь со мной. Вы меня видите, уже смотрите, я с 11 года веду канал. То есть это практически вы меня наблюдаете 12 лет. И уже на основании этого вы можете какое-то суждение обо мне вынести, а не то, что там сформировали некоторые люди из-за того, что я оказался, не хочу сказать, что я своенравным, и ушел оттуда, а тех послал туда-сюда и так далее. А из-за того, что я не люблю и не хочу, когда мне что-то чужеродно навязывают. Я хочу прожить, Серджо, слухай внимательно, я хочу прожить свою жизнь так, как я хочу. И нечего мне что-то там навязывать. Я от этого ухожу. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлик и прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале. Об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья.